А значит, вот жители Красноярска вывесили плакат, что Аляска наша. Вот посмотрите, да? Вот, и все украинцы давай смеяться. Ха-ха-ха, Аляска наша. А что еще ваше? Сейчас вам расскажу, что еще российское, если вы не знали. А значит, Мадагаскар является чисто исконно русской территорией и всегда был. Значит, если вы знаете историю, если вы учили, конечно, но я сильно сомневаюсь, вот если вы слышали, что такое был Тунгусский метеорит, он, после того, как метеорит упал, да, на территорию России, значит, земля треснула и Мадагаскар откололся. Это был Магадан. Ну, наверное, вы слышали про такой город. Это был Магадан, просто потом уже, когда кусок земли отвалился, и он уплыл в сторону Австралии, вот там уже, конечно, люди не могли выговорить слово Магадан и назвали его Мадагаскар. И этому есть доказательства. Значит, на Мадагаскаре живут лемуры. А кто такие лемуры? Лемуры — это лемминги, если вы знаете, те, которые живут в тундре, которые едят мох. Понимаете, откуда бы взяться там каким-то там лемуры, какие-то странные животные эти, вдруг раз, и они сами себе взяли и начали жить там на Мадагаскаре. Нет, это был часть Российской Федерации территории, и кусок просто уплыл в море.